Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре осталось подключить к теплу 75 жилых домов. Вопрос с отоплением на личном контроле главы города Елены Лапушкиной. Государство бизнес-партнерство. В областной столице проходит форум «Волга Investment Summit 2020». 100 тысяч на воплощение бизнес-идеи. В Самарской области стартовал проект «Мама-предприниматель». 75 многоквартирных домов Самары осталось подключить к системе отопления. Причина задержки – порывы сетей. В ближайшее время их планируют устранить. Об этом глава города Елена Лапушкина рассказала в интервью телеканалу «Самара ГИС». Самые актуальные вопросы задал Олег Зверев. Добрый вечер, Елена Владимировна. Вот по данным на вчерашний вечер, у нас в Самаре было подключено к отоплению 98% домов. То есть 2%, это 200 домов, оставались неподключенными. Вот как изменилась ситуация за прошедшие сутки и каковы цифры на данный момент? Ну, сейчас более 99%. В настоящий момент у нас не подключено домов 75. К сожалению, идут повторные порывы. Туда выходят аварийные бригады для устранения этих порывов. Все выходные мы работаем в авральном режиме, как и привыкли. Что делать людям в том случае, если, допустим, там два стояка заполнены, один не заполнен, или там нужно спустить воздух на крыше? Вот что делать, куда обращаться, каким образом поступать в данной ситуации? Еще раз напомню, да, что вот с такими частными проблемами заработали у нас горячие линии, и со всеми своими вопросами по отоплению можно обращаться на горячие линии. Горячие линии работают во всех внутригородских районах. Два телефона работают в департаменте городского хозяйства и экологии, один из них круглосуточно. Все единодиспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, поэтому принимаем заявки. Есть соцсети, на которые тоже поступают у нас жалобы, обращения, которые мы тоже отрабатываем, готовы разъяснять. Вот на эти выходные какая работа запланирована со стороны городских служб, управляющих компаний, ТСЖ? Ну, как я уже сказала, у нас, к сожалению, есть повторные порывы, и эти порывы мы должны устранить в максимально короткие сроки. Мы понимаем, что погода нас так долго баловала, и баловать она нас бесконечно не может. Изыскиваем резервы по дополнительным бригадам, которые работают на повреждениях. Работают абсолютно все управляющие компании, они понимают степень своей ответственности перед людьми. Поэтому выходных для нас нет. А с чем связаны эти порывы? Конечно, это прежде всего изношенность систем. Основная наша беда. В этом году в Самаре заменили рекордный километраж теплотрассы – 22 километра. По сути, это расстояние между двумя разными населенными пунктами. Такое же бывает. Вот какого эффекта мы ожидаем уже этой зимой от такой перекладки? Ну, мы же перекладывали и не просто так, да, мы выбирали определенные участки, которые были изношены наиболее сильно, где у нас были особенно частые порывы. Есть участки, на которых всю зиму работали у нас предприятия тепловых сетей, латали дыры бесконечно, бесконечно, бесконечно. Конечно, люди страдали от этого. Сейчас вот выбрали самые аварийные участки, сейчас их переложили, и у нас есть обоснованная уверенность, что жители эту зиму проведут в тепле и комфорте. Спасибо. В Самарскую область сегодня поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. В ближайшее время ее распределят в медучреждения. Это более 200 тысяч доз. Масштабная кампания по вакцинации стартовала в регионе в начале сентября. Прививки от гриппа уже сделали более 600 тысяч человек, в том числе более 150 тысяч детей. Всего в Самарскую область должны завести почти 2 миллиона доз вакцины. Привить планирует более 60% населения региона, чтобы создать коллективный иммунитет. В предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети от полугода, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями. Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.
За сутки в Самарской области зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 13 714. Такие данные в пятницу 16 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 183 человека, скончались трое. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 219 летальных случаев. С болезнью справились 10 834 человека. Торговые центры Самары вновь проверили на соблюдение всех правил санитарного режима в период пандемии. Большая часть торговых точек оборудована средствами защиты – санитайзерами, одноразовыми масками, дистанционными разметками. Тем не менее, есть и нарушения, например, в гипермаркетах. О результатах очередного рейда расскажет Ольга Павлова. Я вот охрану не вижу, она у вас работает по периметру центра? Конечно, работает. Внутри? Внутри. Делать замечания по поводу того, чтобы маски носили? Замечания делаются, но на деле, как показывает практика, этого недостаточно. Сознательность одних граждан Самары тут же нивелируется бессознательностью других. Маски сотрудники торгового центра и посетители не спеша натягивают при виде телевизионных камер, тем самым подставляя под административные протоколы владельцев торговых точек, у которых пришли приобрести товар. Я предлагаю сейчас составить протокол на данную торговую точку по наличию здесь посетителей без маски. Вы составляете сейчас будете материал? Да, сейчас. Давайте тогда оформлять. Не лучшая ситуация в продуктовых гипермаркетах. Информационные объявления, призывающие покупателей соблюдать санитарный режим в период пандемии, расклеены не на всех существующих кассах. Санитайзер с масками и вовсе не на входе. Плюс, вот, допустим, я на инфостойке не увидел социальную разметку. Пожалуйста, на полу 2 метра социальная разметка есть по всему магазину. Угу. То есть это вот эта часть, да? Пожалуйста, да. По всему торговому залу, на всех станциях, везде есть. Практически не выявили нарушений на фудкорте и в кинотеатрах, но ревизоры велели не расслабляться. На днях решением оперативного штаба органам местного самоуправления поручено повторно провести мониторинг всех торговых центров на предмет соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. Впоследствии будут составлены чек-листы по нарушениям и сформированы в единый электронный реестр. За прошлую неделю органами местного самоуправления проведено более 8000 обследований торговых точек, как первичных, так и повторных. По результатам обследований составлено где-то в порядке более 80 материалов, которые впоследствии должны найти свое отражение уже в виде протоколов. Более 80 протоколов уже направлены в суд на принятие решения по штрафным санкциям. Наша компания, оперирующая торговым центром, всегда открыта для критики. И для таких-либо замечаний. Мы все эти замечания, спасибо Алексею Николаевичу, значит, обратил внимание. Все учтем в работе в дальнейшем, обязательно все проконтролируем, исполнение всех замечаний арендаторами. В Роспотребнадзоре Самарской области в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения всех санитарных правил в период распространения коронавирусной инфекции. Нарушителям грозят внушительные штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. Ольга Павлова, Николай Сидоров, «События». Водные процедуры с хлоркой для парков и набережной. В Самаре ежедневно проводят санитарную обработку хлорамином всех общественных пространств. Дезинфицировать улицы и остановки будут до первых заморозков. Подробнее об этом расскажет Елена Малютина. Мыльный раствор с дезинфицирующим средством не оставляет вирусам никакого шанса. Масштабная дезинфекция ведется по улице Авроры от Партизанской в сторону Южного моста. Обрабатывают специальным раствором и сам мост. Непосредственно на Авроре, учитывая, что ее достаточно большая ширина и протяженность, зависит от 8 до 10 машин обработки, то есть для того, чтобы в дальнейшем расходиться, потому что Аврора переходит улицу промышленности и Южное шоссе, где ширина уже другая, и таких машин не надо. Все элементы, которые установлены в рамках ремонта моста, они обработаны гидроизоляцией. Дезинфицирующий состав, в принципе, не влияет на их коррозионную устойчивость. В этом году Самара стала чистой как никогда. По нескольку раз отмыли все дороги, тротуары, парки, скверы, набережные. Ежедневно более 20 спецмашин заняты дезинфекцией городских пространств. Например, только по улице Авроры проходят 3 поливомоечные машины с шампунем и обеззараживающим средством. Для предотвращения ДТП следом за ними проезжают еще 4 машины спецтехники и промывают улицу водой. Обрабатываются места скопления людей, так же, как посадочные площадки, пешеходные переходы и тротуары вручную и механизированно. При отрицательных температурах дезинфицирующий раствор замерзает, и на месте обработки появляется наледь. Поэтому работы по обеззараживанию города будут проводиться до первых заморозков. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.
Кандидатуры на должность глав железнодорожного Куйбышевского и Октябрьского районов Самары представили на рассмотрение районных советов депутатов. Сегодня их одобрили конкурсные комиссии. Документы кандидаты могли подать до 12 октября. На заседании, которое состоялось в здании городской думы, прошли встречи с кандидатами. Комиссии работают в составе по 20 человек. 10 из них назначает совет депутатов каждого района и еще 10 глава города. Встречи с кандидатами проводятся в форме индивидуальных собеседований. Из представленного списка отбираются не менее 2 человек на должность главы района. Согласно уставу, имена направляются для утверждения в районные представительные собрания. Напомню, что все главы районов сложили свои полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами. Были избраны 210 депутатов в 9 районных советов, из которых в городскую думу делегированы 37 человек. 20 октября конкурсные комиссии рассмотрят кандидатуры на должность глав Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Сегодняшнее наше заседание будет посвящено именно встрече с кандидатами, которые подали заявки, опять же, в соответствии с нормативно-правовыми документами на участие в данном конкурсе. Мы заслушаем программы претендентов и, соответственно, уже коллективно примем решение, кто будет уже рекомендован для представительного органа этого района. В Самаре прошел форум «Волга Инвестмент Саммит 2020». Уже традиционно он становится центром притяжения инвесторов, представителей бизнеса и власти. И если в 2019-м обсуждали развитие отношений с восточными странами, то в этот раз фокус сосредоточили на инвестициях. Гульфия Сафина побывала на форуме и расскажет подробности. Бизнес и власть – связующее слово «партнерство». Форум «Волга Инвестмент Саммит 2020» посвящен теме инвестиций. Где искать точки роста и как выстраивать сотрудничество? Ответы на эти вопросы вместе искали представители власти, бизнес-сообщества и инвесторы. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в форуме онлайн. Региональное инвестиционное законодательство обеспечивает равные условия для всех инвесторов. Оно направлено в первую очередь на устранение административных барьеров и создание благоприятного налогового режима. Местом проведения саммита 63-й регион выбрали не случайно. По привлечению государственно-частного партнерства Самарская область – безусловный лидер. У нас на сегодняшний день реализуется 78 проектов с общим объемом инвестиций почти 150 миллиардов рублей. Это, конечно, уникальный показатель. И, конечно, до нас не дотягивается ни один другой регион Российской Федерации. Наша компания находится с 2007 года в России, и с 2017 года мы находимся в Самарском регионе. Почему мы выбрали Самарский регион для инвестиций? Первое – это наличие компетенции и хороших вузов для наших кадров. Это тоже удобная инфраструктура, очень логистика. И это поддержка администрации, потому что нам нужно дальше развиваться. Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по бизнесу и дала понять, насколько важно выстроить партнерские отношения между властью и предпринимателями. Время тяжелое, но для ГЧП, на мой взгляд, это время возможности. Участие в саммите – это возможность установить деловые контакты и обменяться экспертным мнением по самым актуальным вопросам. Новые тенденции в сфере инвестирования, восстановление рынка в постковидную эпоху. Форум разбили на несколько дискуссионных площадок. Ключевым моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве между регионом и университетом 2035, крупнейшей площадкой в России по подготовке кадров в сфере цифровой экономики. Подписано. Да, вот демонстрирую. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Регион получит средства на реставрацию Дворца спорта в Самаре. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на совещании по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На что еще планируется направить дополнительные деньги, расскажет Лариса Шалафаст в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, в эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. В конце рабочей недели мировые цены на нефть продолжили снижение. За баррель марки Brent дают $42.50. Американская валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 77 рублей 96 копеек. Евро – 91 рубль 30 копеек.
Каждый пятый житель России имеет просроченные долги по кредитам, налогам и ЖКХ. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Долги менее 50 тысяч рублей зафиксированы у 8% россиян. От 50 до 500 тысяч у 10%. Более 500 тысяч у 2%. При этом 83% опрошенных заявили, что задолженность до 50 тысяч воспринимают спокойно и уверены, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Почти 36 миллиардов рублей выделит Кабмин из резервного фонда на выплаты пособий по безработице в России. Также в октябре еще продолжатся выплаты, установленных в связи с пандемией коронавируса, повышенных пособий по безработице за сентябрь 2020 года. Самарская область получит средства на реставрацию Дворца спорта. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на совещании по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас в регионе проходит большая работа по формированию федерального бюджета на 2021 и последующие годы. Планируется, что в ходе внесения поправок в федеральный бюджет Самарская область получит дополнительные деньги, которые позволят быстрее достроить Дворец спорта в Самаре, а также начать строительство набережной в Тольятти уже в следующем году. На этом сегодня все. Удачи в делах. На кону 100 тысяч рублей. В Самаре, Сызрани и Тольятти стартовал проект «Мама-предприниматель». В течение недели молодые женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, желающие открыть свое дело, будут получать ценные знания от опытных тренеров, а затем представят на суд жюри свои бизнес-проекты. Лучший автор получит грант на развитие идеи. Детали в сюжете Гульфии Сафиной. Молодая мама и по совместительству фотограф Мария Поликарпова решила открыть собственную фотостудию в центре Самары. В ее портфолио классических фото не найти. Она редкий мастер в стиле ньюборн, снимает новорожденных. Еще будучи беременной, я смотрела в интернете все эти красивые картинки, они мне очень нравились, они меня вдохновляли. И я хотела научиться это делать сама, но я уже тогда фотографировала, то есть мне хотелось именно сделать акцент на новорожденных. Когда я родилась дочкой, было буквально 6 дней, мы поехали на дачу, было как раз вот Бавилета, золотая осень. Просто красота. Свекровь взяла платок руссконародный и как матрешку ее завернула, положила в корзинку, и вот эти вот осенние листочки, яблочки с дачи. Это было потрясающе. Чтобы сделать удачное фото, нужно правильно укачать, запеленать и уложить младенца, признается Мария. Для того, чтобы научиться это делать, находила учителей по всей России и даже за рубежом. Сегодня снова в поисках знаний. На этот раз вместе с коллегами по материнству и идее открыть ИП в числе слушателей курсов «Мама-предприниматель». Проект исключительно женский. Он реализуется в регионе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Мы постарались сделать так, чтобы информация, которую девушки получат, была абсолютно практически ориентирована. Те спикеры, которые у нас выступают, каждый из них имеет собственный успешный бизнес и может ответить на те вопросы, которые у девушек появятся в процессе их бизнеса и, что называется, подстелить соломку. То есть это возможность избежать тех ошибок, которые уже другие люди сделали на пути становления бизнеса. Тайм-менеджмент для мамы – основы маркетинга и продвижения своего дела, в том числе и в соцсетях. Налогообложение и планирование – юридические аспекты. Все эти знания будущие бизнес-вумен получат в течение недели. Незнание законов не освобождают от ответственности. И хотим мы это, не хотим, мы в правовом пространстве должны работать грамотно. На первом этапе это очень важные шаги. Их нужно принимать осознанно. Поэтому на сегодняшнем курсе мы познакомимся с грамотным вхождением в бизнес. В Самаре недельные курсы для мам открываются уже в третий раз. В этом году поступило более 200 заявок от женщин. Организаторы выбрали 50 авторов самых интересных бизнес-идей. Молодые мамы пройдут обучение, а в финале состоится конкурс проектов. Автор лучшего получит грант 100 тысяч рублей на воплощение своей мечты. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. В этом году в Самаре организовали 173 приемные семьи для пожилых людей. Работа идет в рамках национального проекта «Демография», который направлен на поддержку людей старшего поколения, семьи, материнства и детства. Самарский регион стал первым в России, где начали создавать приемные семьи для одиноких пожилых. Как заботятся и ухаживают за людьми преклонного возраста, узнала Ольга Павлова.
Она украдкой поглядывает на камеру и, кажется, немного смущается. Мама, человек непубличный, рассказывает дочь о Галине Трошиной. В этой семье Галина Петровна проживает с 2012 года. Соседи по площадке забрали ее к себе после того, как состояние здоровья 74-летней пенсионерки ухудшилось и возникли трудности с полноценным обслуживанием. Теперь Галина Петровна называет маму и бабушкой, обязанности по дому делит поровну. Ну, готовлю в основном я, но она делает такой, цветы там может полить, коту травку посадить. Никто ее не эксплуатирует, что она может в свои годы, она как бы то и делает. В подразделении Центра социального обслуживания Ленинского района Самары на данный момент 4 приемные семьи. В городе подобный центр есть в каждом районе, всего их 8. Заботиться о людях старшего поколения начали на старте нацпроекта «Демография». Необходимый уход и внимание уже получили 705 жителей нашего региона. Процедура оформления в приемные семьи простая, согласие с обеих сторон и справки из медучреждения об отсутствии инфекционных заболеваний. Ежемесячно лица, взявшие в семью человека преклонного возраста, получают дотации в размере 3000 рублей. Это, конечно, выход из положения. Самое главное, нашелся бы тот, кто это смог бы делать. Здесь очень хорошие условия, что для этого не обязательно быть трудоспособного возраста, например. Можно просто быть пенсионером и оформить такую же приемную семью. Сотрудники центров социального обслуживания отмечают, нацпроект «Демография» реализуется успешно. Трудности возникают с подбором кандидатур на роль так называемых приемных родственников. Пожилых берут в семьи неохотно. Зачастую преклонный возраст – это непростой характер и собственное мироустройство. В то же время, если у жителей Самары возникнет желание позаботиться о людях старшего поколения, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Более 8 километров новых пешеходных ограждений и 35 светофоров на тех перекрестках, где их никогда не было. Снизить аварийность и создать комфортные условия для автомобилистов и пешеходов – одна из главных задач муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в Самаре. Как реализуется эта программа, расскажем в нашем специальном репортаже. В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2020 годы одной из главных ее задач является создание условий, снижающих аварийность. В столице губернии постоянно увеличивается площадь магистрали, где наносят разметку, в том числе с применением высокотехнологичных стойких материалов. Вдоль дорог устанавливают ограждения, которые минимизируют риск выхода людей на проезжую часть. Также в Самаре меняют дорожные знаки. В этом году только пешеходных направляющих ограждений было установлено более 8 тысяч метров на 37 участках. Обновлено светофорное регулирование. Оно упорядочивает движение транспорта и пешеходов. Если у нас говорить, что по программе повышения безопасности дорожного движения в городе в этом году было построено 15 светофорных объектов, в рамках КАД субсидии области еще 20, то есть 35 светофорных новых светофорных объектов в этом году на дорогу города построено. Перекресток Среднесадовой и Свободы. Здесь часто случались ДТП. Теперь движение станет регулируемым. Современный светофорный комплекс появился здесь этим летом по рекомендации госавтоинспекции. Работы выполнены по муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения. Дело в том, что этот перекресток считался очагом аварийности. Рабочие установили опоры, светофоры, а также дорожное ограждение. Оборудование, естественно, современное, оно отвечает всем требованиям ГОСТа, которые существуют на сегодняшний момент. Светофоры светодиодные, но срок работы не менее 5 лет. После включения приборов специалисты ежедневно проверяют их работу. Режим светофоров может быть изменен с учетом интенсивности транспортных и пешеходных потоков. Подавляющая часть адресов, на которых вводится светофорное регулирование, это также и участки околоучебных заведений, соцучреждений. Все эти мероприятия позволяют снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения. $280 миллионов рублей в этом году выделят на благоустройство дворов по программе «Содействие». Принять участие в проекте могут самарцы, которые готовы сами участвовать в улучшении условий жизни и создании необходимой инфраструктуры в своем городе. Такой возможностью воспользовались жители одного из дворов в Ленинском районе. Они получили господдержку и вложили собственные средства в обустройство территории вокруг дома. Как идут работы и довольны ли самарцы, выяснила Мария Елчан.
У жителей домов по улице Дачной 35 и 37, а также проспекты Карла Маркса 18 и 20, теперь появится возможность гулять на обновленной территории. Долгое время двор был в удручающем состоянии. Чтобы проводить время с детьми, приходилось ходить в чужие дворы, где были игровые площадки, рассказывают жители. Но в прошлом году они приняли решение участвовать в губернаторском проекте содействия, и их поддержали власти. Мы все приходили, согласовывали проект. В общем, каждый вносил свои коррективы, подстраивали зоны для бабушек, чтобы им было очень комфортно, чтобы ни дождь, ни какие-то там погодные условия, ни снегом не мешали гулять. Здесь уже полностью заменили пешеходные дорожки, посадили деревья, готова часть спортивной площадки и основание для беседки. Вскоре подрядчик приступит к установке лавочек и детского комплекса. Конечно, стало лучше и по красоте, и по уютству, комфортабельно так, просто приятно смотреть. Дорожки такие главные нам, вот ходить прямо, так хорошо, удобно, прям все благодарят. Пример соседей по микрорайону взяли и жители дома по улице Чернореченская, 49А. Здесь устанавливают фонтаны и благоустраивают территорию под зону отдыха. Работы начались в середине сентября и уже близится к финалу. Здесь же будет велопарковка, здесь будут очень красивые трехъярусные вазоны установлены, лавочки, урны и освещение. Мы хотим, чтобы это была площадка здорового образа жизни. У нас ведутся переговоры о том, что алкогольный бизнес уйдет из этого здания. В этом году в Ленинском районе Самары по проекту содействия обновят 4 двора. Всего за период реализации государственной программы на конкурсную комиссию поступило более 800 заявок жителей города. Из них были поддержаны и реализованы более половины. На то, чтобы воплотить в жизнь все проекты из областного бюджета с 2017 по 2019 год, уже направили 280 миллионов рублей. В этом году выделят еще свыше 250 миллионов. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События. В Самарской области особый противопожарный режим продлили до конца месяца. В лесах нельзя разводить костры и жечь мусор. Только за последние сутки в регионе зарегистрировали более 100 возгораний. О чем предупреждают жители, сотрудники МЧС, выяснила Елена Малютина. Человеческий фактор и теплая солнечная погода, которая царит в Самарской области, основные причины многочисленных возгораний. Только за прошедшие сутки в Самарской области произошло более 100 техногенных пожаров. Это в 13 раз больше, чем за это же время год назад. Представители областного управления МЧС России в очередной раз просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил ряд мер для улучшения обстановки в регионе. Запретить охоту до 1 ноября в связи с установившимися сложными погодными условиями. Главам муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов перевести в связи с предстоящими выходными с 16 по 18 октября органы управления и силы муниципального звена территориальной подсистемы в режим повышенная готовность. Противопожарный режим предложили продлить до 31 октября включительно. Обустроить дополнительные минерализованные полосы и проверить уже имеющиеся для предотвращения распространения пожаров на территориях рядом с населенными пунктами. Также обеспечить своевременный покос и уборку сухой травы. Запретить сжигание мусора и разведение костров на территориях муниципальных образований. Организовать патрулирование в населенных пунктах, приусадебных и садоводческих участках с привлечением сотрудников администрации и местного самоуправления. Все меры, которые были сейчас предложены, они не являются избыточными. Нам действительно нужно работать в режиме повышенной готовности. Я попрошу оформить во всех муниципалитетах подобные документы, на региональном уровне тоже, естественно, и организовать работу в соответствии с теми предложениями, которые сейчас прозвучали. Крайне важно, коллеги, я обращаю на это внимание еще раз. Это своевременное обнаружение пожара, своевременное доведение информации до МЧС. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно немедленно сообщить по телефону 101 и по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт за помощью. На кону жизни людей и животных. Сознательность каждого жителя сможет значительно снизить количество природных пожаров и наносимый ущерб. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.
Узнать судьбу солдата. В этом году на специально созданной онлайн-платформе проходит дистанционный сбор заявок от жителей России, которые хотят узнать, что случилось с пропавшими без вести родственниками в годы Великой Отечественной войны. В Самаре в предстоящие выходные все желающие смогут лично встретиться с организаторами этого проекта и задать интересующие вопросы. Встречи пройдут 16 и 17 октября на площади Куйбышева с 12 до 18 часов. Они приурочены к 10-летнему юбилею международного патриотического проекта «Парад памяти». Связаться с организаторами можно по адресам, указанным на экране. В эту пятницу на 59-м году жизни скончался исполнительный директор компании «Самрэк-эксплуатация» Игорь Борисович Пужай-Рыбка. Вся его трудовая деятельность была связана с теплоэнергетикой. Он прошел путь от оператора диспетчерской службы управления тепловых сетей «Куйбышевэнерго» до руководителя ресурсоснабжающего предприятия областного уровня. 40 лет Игорь Борисович проработал в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарского региона. Коллектив телеканала «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!